Булат, Булат. Мы же тоже законы знаем, мы изучаем. Представьтесь, пожалуйста. Сейчас инспектор, полиция, капитан Умаров. Умаров, а фамилия? Петрович. Хорошо. Может, это у вас уже? Обязательно. Старафон. Ну, свет вот так вот наймите хотя бы. Умаров, Нуржан, Баюлы. А удостоверение до какого числа? До 26-го. Меня завтра градус снимут, я знаю. Я должен. Да. Там вы разве запрещаете, да, снимать, бегать? Нехе, давай посмотрим. Рухсат. Бердыма, сон. Да? Нет, в смысле, бегать не разрешается, что ли? Это же стадион, он общественное место. Чугунгы болады? И, а почему тогда дело, на каком основании? Чугунгы болады. Так, а видео с себя снимать тоже нельзя, что ли? Можно. А при чем тогда это дело? Слушаю, сызге, на Казахстан. Основание, скажите. Нет, какое мероприятие? Мы разве там какое-то мероприятие устраивали? Нет, мне надо на русском или что говорящее. Или предоставьте переводчика тогда. Да, переводчика позовите. Слушаюсь, зачем это? Искать берег. Искать себе, да. Статья 400 какая? 86-я? 167. Алтыча. Алтыча. То есть вот этой статьей предусматривается запрет бегать вокруг стадиона закрыт и поздравлять человека. Какое мероприятие? Мы же бегаем. Какое это может быть мероприятие? Вы мне объясните, как бег вокруг стадиона связан с каким-то мероприятием? Когда вы собираетесь бегать вокруг стадиона, вы что это называете мероприятием? Вы разобрались в этом деле. Вы как думаете, так пишите, объясните мне, все? Я ничего страшного здесь. Просто спрашивают вас. Не, на каком основании писать объяснительное? Объясните. Я просто бегаю. Почему я должна объясняться? Я имею право бегать, выходить на улицу, ничего бегать не пиши, там, где я хочу. Писать. Это ваш снимок, да? Это мой снимок, это я. Интересное собрание. Ауда Казахстан партиясының қолдау мақсатында түсіндік, как челлендж ретінде өткізгенсіздер. А где я написала, что это челлендж? Сондай қолдау мақсатында берілген де бізге. Түсіндіңіз ба? Маған қағазды берді, сізді шақырды, түсіндірме жұмыстарды жүргізсін деді. Мен сізді ескертіп отырмын. Ондай өткізу үшін бірінші департаментке или әкімшілікке арызданасыз. Олар рұқсат береді. То есть, чтобы просто выйти бегать, я должна писать заявление в администрацию? Мен сізге жүгіруге деп отырсам жоқпын. Сонда мероприятие өткізуге деп отырмын. А это же не мероприятие. Я просто сняла с себя то, что я бегаю. Это разве мероприятие? Если я захочу вынести мусорку и тоже сниму с себя на телефон, это тоже будет считаться мероприятием? Если я захочу пойти в магазин за хлебом и сниму себя, выложу в Фейсбуке, сказал, я вот из-за того, я поддерживаю Марата Жиламбаева и иду из-за этого в магазин за хлебом. Это тоже мероприятие, что ли? Вот как связаны вот эти мои действия с мероприятием, которое вы называете этим мероприятием, которое запрещается законом? Енді бізге маған берді, сізді шақыртып, түсіндірме жұмыстар жүргізіп, ондай енді қайталанбасын деп берді маған. Я не обязана писать, объяснить. Мен сізге түсіндірме сұраватқан жоқпын. Мен сізге түсіндірме жұмыстарын жүргізіватырмын. На каком основании, скажи? Основаниемен маған қағаз келді, осы осындай қолдау мақсатында. А это бумага на основании чего составлена? Өзіңіз түсініп жүрсіз.
Это бумага на основании чего составлена? Есть закон. Вот вы на какой закон ссылаетесь, чтобы с ней провести сейчас профилактическую работу? Я нарушала что-то своим бегом вокруг стадиона и поздравлением на камеру Марата Жиламбаева я нарушила какой-то закон? Енді сіздің соны физик парақшасы қалғаныңыз қолдау деп бізге беріп түсінесіз ба? Не, ну вот эта бумага на каком? Вы сначала, вот прежде чем принять эту бумагу, основание. Вы должны были ознакомиться с ней, понять, на каком основании это, открыть закон, посмотреть, связано ли это как-то с чем-то. Вот Токаева, Назарбаева, тоже на улице же да, поздравляют, и сейчас Чукин тоже приходит. Какие-то марафоны устраивают. Почему к ним не приходят вот эти административные дела? Нет, бывает, рухсат сурайджер, мен білмеймін. Кому нет рухсат сурайджер? Нет, я сейчас, видео сейчас найду, да, на YouTube, где люди на улице Назарбаева или Токаева поздравляют. Неужели к ним тоже административные, да, приходили какие-то дела? У вас должно быть основание. Вы сейчас просто занимаетесь политическим преследованием. Да, с пальца высасываете вот это вот политическое мотивированное преследование. Потому что вам сверху вот этот приказ поступил. Маған берді, мені баға қағаз берді, уже мен әкімшім омағы болады. Ну, прежде чем меня вызывать и принимать это к работу, вы же должны были ознакомиться с этим. Нужна ли это со мной профилактическая работа или не нужна? Если вы прекрасно видите, понимаете, если вы грамотные полицейские, знаете законы, вы должны были посмотреть и сказать, ну это же туфтовая бумага. Сонымен не стеем за это, а? Мен сонымен, мы азарапшат шахарым, я? Все? Профилактика закончилась? Все? Болды? Я болды. Все, жарайт онда, сау болды онда. До свидания. Азаматчан сот. Жарайсы. Или шахырға болмайын ма? Основание должно быть. Основание маған берді. Был основание нет. Это не основание. Бумага это не основание, понимаете? Вот эту бумагу я могу вам просто напечатать на компьютере и сказать, вот это основание. Вы что, тоже ее примете? Вы ее не примете, потому что вы скажете, пуфта.